поликлиниках Усть-Каменогорска открыли специальные кабинеты. Занятия в них проводят ведущие акушеры. В рамках марафона «7 шагов к здоровью» будущих мам готовят к ответственному шагу – рождению ребенка. Школа молодой матери во второй поликлинике Усть-Каменогорска работает полным ходом. От желающих записаться в группы и постигнуть азы материнства девушек нет отбоя. Большинство из них беременны в первый раз, поэтому занятия ведутся с особым уклоном. Женщина идет в роды, конечно, естественно, она всего боится, и мы ее подготавливаем. Не бояться, а спокойно пройти через этот процесс, получить здорового, нормального ребенка, чтобы он не пострадал, и сама она не получила родовые травмы. Познавательные лекции сменяются специальной гимнастикой для беременных, активное обсуждение усвоенного материала дыхательными тренировками. Здесь девушки узнают и учатся всему самому важному, что пригодится им до, во время и после родов. Сами они уверены, самую большую пользу приносит общение. До этого времени я всю информацию искала, ну, типа, по телевизору, там, по интернету, но все равно, когда объясняют уже опытные люди, все равно есть разница, как бы. Больше информации получаешь. Цель таких занятий не только моральная и физическая подготовка будущих мам к родам, но и повышение их ответственности за свое здоровье. Медики уверены, что школа молодой матери оказывает сильное влияние на девушек. Ведь многие приходят сюда после рождения ребенка уже для того, чтобы давать советы другим. Антон Сергенко, Аслан Тулепов, Усть-Каменогорск.